Конкурс «Дети читают стихи». Самарская область, город Сызрань. Юсупова Алина, 7 лет. Стихотворение «Мама». Ну-ка, М, дай руку, А. Ну-ка, Ма, дай руку, Ма. Ма и Ма, вместе мама. Это я пишу сама. Надо знать, как писать букву М и букву А. И спишу я всю тетрадь. М и А, Ма и Ма. Тихо ручкой я вожу. Посмотри скорее, мама, вот как я тебя люблю. Мама, я тебя люблю.